Всем привет! И работая в сфере IT, я смог себе за один месяц накопить на новую девяточку, прямо из автосалона. Из единственного автосалона, который есть в Зажопинске. Это автосалон «Лада». И то там практически одна классика. Да-да, невесты, не приоры. Только есть такие «Лады-седаны», «Хэтчбеки». Ну, универсал, там, кстати, даже двойки не было, только четверка. Вот, смог накопить на такую вот девяточку вишневую. Сасный салон. И сейчас я поеду на работу, я устроился на новую работу, потому что мне уже глаза начали болеть, и это монотонная работа, айтишник. Поэтому я поеду на свою новую работу. Это я устроился водителем пожарной помощи. Ну, пожарные машины. Кстати, это пожарный участок находится в том же месте, где возле больницы, короче. Прям в одном здании, потому что денег нету на отдельное здание. И служебные автомобили для скорой помощи и пожарной и помощи, так бы сказать, находятся в одном месте. Представляете? Ну, что сказать, в жопе мира живем ведь. Так, ладненько, едем. Ну, хотя бы какой-то автосалон здесь есть. Так, я немножко забыл, где он находится. Но у меня есть еще в запасе целых 15 минут, чтобы его найти. Да-да, в подвеске у девяточки не самое лучшее, так бы мягко сказать. А там что за дорога? Не, ну мне точно не туда прямо. Ладненько, так пройду. Не боюсь, девятка ведь прочный автомобиль. А, вот и это пожарная часть. Так, парковочка у нас тут возле гаражиков этих. Потеньком оставлю машинку, чтобы когда я буду возвращаться домой со смены, то чтобы салон был не нагрет. Спасибо, деревце, что ты здесь есть. Да здесь мало как бы деревьев. Очень мало. Ну и машин мало, поэтому воздух... Ну, более-менее нормальный, чистый. Здесь я еще не видел ни одного электрокара. Да и общественный транспорт я здесь редко вижу. Так, вот, я уже сижу в своей пожарной машинке, уже как минутки так три. Включил я запись и жду свой первый вызов. А ну, сигналки не работают, нет? Ладненько, буду ждать свой первый вызовчик. Кстати, давайте вам салончик покажу. А, да, диспетчер, слушаю. Интересно, ладно, выезжаю. Так, у нас сейчас будет первый вызов. Там у меня сзади сидят 5 пожарников. Кстати, хочу сказать, это все пожарники, и на весь этот Зажопинск здесь всего лишь 2 пожарные машины. Еще 5 пожарников находятся там,
в служебной части, и я еду на вызов. А вот и здесь, на 5-м этаже, короче, ребенок закрылся на балконе, представляете? Мать позвонила в службу, чтобы мы его спасли, чтобы не выпал. А балкон-то не заскланный. Так, ладненько, парни, сейчас давайте будете выходить. Тут даже мигалка не стоит включать, и как бы, потому что машин практически нету. Так, где-то кнопочка, чтобы выдвинуть лестницу. Угу. Выдвигаем, поворачиваем. Да, все, парни, спасайте. Все, спустя 13 минут мы сняли ребенка с того балкона, открыли балкон, отдали матери, она нас отблагодарила. Ладненько, и мы едем домой. Тут и домой, служебную часть, точнее. Теперь нужно как-то аккуратненько развернуться. А что? А, еще один вызов? Серьезно? Да, выезжаю. Парни, погодите играть в карты. Выезжаем опять на вызов. Это немножко подальше находится. Пока что ехать тупо по прямой. Улица Квадрова, 15. Пазик пропускай. Какие же здесь все грубые, невежи, блин. Так вот, сейчас, короче, взломался... А зачем я вообще включил эту мигалку? Все, выключил. Так, короче, там просто взломался замок двери, нужно эту дверь выбить. И экстренно, потому что тетушка, которая сломался замок, спешит в аэропорт. Аэропорт, сами знаете, здесь не находится, в Зажопинске, она поедет в Санкт-Петербург. Он недалеко отсюда находится, от Зажопинска. Приехали. Так, пацаны, давайте, я вас тут жду, быстро. Нужно еще противнику в карту светиться, поиграться с вами. Все, на сегодня моя смена закончилась. Буду поиграю своими поциками, коллегами по работе в карты. Кстати, зарплата здесь немножко меньше, чем у айтишника, но тоже, я думаю, сойдет. 30 тысяч рублей. Нормально. И так здесь практически спасать некого, поэтому цены нормальные. Да и в магазинах как бы полки пустые, особо нет выбора. Либо доширак, либо мивина, либо ролтон. Ланька, я с вами буду уже прощаться. Пока.